Чего ожидать в наших попытках отдачи? Отчаяться? Мне не удается сделать это? Мы должны продолжать. Каждый, в каком состоянии не находился бы, он должен продолжать, и его стремление должно быть только соединиться со всеми. Мы все сейчас по всему миру одна группа. Мы обязаны чувствовать себя, что это одна масса. Мужчины, женщины, все, что мы хотим выйти из этого мира, из ощущения этого мира, плохого в ощущение духовного мира, чтобы видеть всю реальность от края до края, чтобы было нам понятно и ясно, что мы сможем с этим, со всеми этими вещами работать. Это все находится перед нами. И сейчас именно это состояние, когда мы изучаем границу и как пройти эту границу. Граница находится в нас. Это психологическая граница. Это не граница, которая находится как стена, что нужно, должны поднять тебе шлагбаум, и ты проходишь. Нет. Нет здесь какой-то границы? Нет. И не проверяют здесь твой паспорт, и не спрашивают тебя, куда ты, на сколько времени ты приехал и так далее. Ничего. Ты проходишь границу при условии, это автоматическая граница. Ты приближаешься, если ты можешь приблизиться согласно своим свойствам, к границе, если ты можешь приблизиться, ты приближаешься, и ты проходишь. Это все зависит от твоих свойств. Меняются свойства, улучшаются, это называется, что ты проходишь. Вот и все. А подготовка к этому — это то, что есть у нас группа, и мы должны в группе работать над нашими свойствами для того, чтобы приблизиться друг к другу. В этой мере мы приближаемся к границе, в этой мере, насколько мы можем сделать первое соединение, проходим границу.